Итак, мои первые воспоминания о телевизоре. Почему-то я очень хорошо запомнил момент, когда мне было 4 или 5 лет. Родители заснули ночью, оставили меня одного на диване, и я смотрел фильм ужасов «Возвращение живых мертвецов». Это был, конечно, страшный кошмар для меня. И с тех пор зомби считаются самой страшной темой в моей жизни. И все фильмы с участием зомби для меня считаются самыми страшными. Это было ярко, это было необычно и оставило отпечаток на моей детской психике.